Мир меняется. И мировая культура, которую наследуют наши дети, будет радикально отличаться от той, которая сейчас. Сейчас вы увидите отчет об изменяющейся демографии мира. Согласно исследованиям, чтобы нация прожила больше 25 лет, коэффициент рождаемости должен быть 2,11 детей на семью. И если меньше, то нация исчезнет. За всю историю ни одна нация не восстановилась при коэффициенте рождаемости 1,9 детей. А восстановиться при коэффициенте 1,3 невозможно, поскольку для восстановления тогда потребуется от 80 до 100 лет. А экономической модели, которая бы могла поддержать существование нации, столь долго не существует. Другими словами, если есть две пары родителей и у них по одному ребенку, то детей в два раза меньше, чем родителей. И если у этих детей будет ребенок, то внуков будет в четыре раза меньше, чем родителей. И если бы в 2006 году родился 1 миллион детей, то в 2026 году едва ли наберется 2 миллиона работоспособных взрослых людей. Когда сокращается популяция, сокращается и нация. В 2007 году коэффициент рождаемости во Франции был 1,8. В Англии 1,6. В Греции 1,3. В Германии 1,3. В Италии 1,2. В Испании 1,1. По всему Европейскому Союзу в 31 стране рождаемость в среднем равна 1,38 детей на семью. Исторические данные говорят нам о том, что это число уже невозможно увеличить. С годами Европа, такая, какой мы ее знаем, перестанет существовать. Однако население Европы отнюдь не уменьшается. Почему? Иммиграция. Иммиграция мусульман. С 1990 года прирост населения в Европе на 90% происходит за счет иммиграции мусульман. Франция. 1,8 детей на семью. Мусульмане. 8,1. Юг Франции. Исторически один из самых густонаселенных христианских регионов мира. Теперь там больше мечетей, чем церквей. 30% детей в возрасте до 20 лет мусульмане. В больших городах, таких как Ницца, Марсель и Париж, эта цифра возросла до 45%. В 2027 году каждый пятый француз будет мусульманином. И всего лишь через 39 лет Франция станет мусульманской республикой. За последние 30 лет мусульманское население Великобритании возросло с 82 тысяч человек до 2,5 миллионов. Это 30-кратное увеличение. Там более 1000 мечетей, многие из которых бывшие церкви. В Голландии 50% всех новорожденных мусульмане. И лишь через 15 лет половина всего населения Голландии будут мусульманами. В России больше 23 миллионов мусульман. Это пятая часть всех россиян. 40% российской армии будет состоять из мусульман всего через несколько коротких лет. Сейчас в Бельгии 25% взрослого населения и 50% всех новорожденных мусульмане. Бельгийское правительство подтвердило, что 1/3 всех новорожденных детей Европы в 2025 году будут рождены в мусульманских семьях. А это всего лишь 17 лет. Правительство Германии было вынуждено объявить об этом публично, заявив, что спад рождаемости немцев уже не остановить. Теперь это уже необратимо. К 2050 году Германия станет мусульманским государством. Муаммар аль-Каддафи из Ливии заявил: «Похоже, что Аллах Субхану ва Тааля подарит победу исламу в Европе без оружия и без завоевания. Нам не нужны террористы, нам не нужны смертники. Всего лишь через несколько десятилетий 50 с лишним миллионов мусульман Европы превратят ее в мусульманский континент».
Сейчас в Европе 52 миллиона мусульман. Правительство Германии заявило, что эта цифра удвоится за следующие 20 лет до 104 миллионов. В Канаде числа говорят примерно о том же. Сейчас в Канаде коэффициент рождаемости 1,6. Почти на единицу меньше, чем тот, который необходим для поддержания жизни нации. А ислам – самая быстро распространяющаяся религия. Между 2001 и 2006 году население Канады увеличилось на 1,6 миллиона человек. И из них 1,2 миллиона иммигрантов. В Соединенных Штатах текущий коэффициент рождаемости 1,6. Вместе с латинскими нациями увеличивается до 2,1. До самого минимума, необходимого для поддержания жизни нации. В 1970 году в Америке было 100 тысяч мусульман. Сегодня мусульман более 9 миллионов. Мир меняется. Пришло время спросить, почему? 3 года назад в Чикаго прошла встреча лидеров 24 мусульманских организаций. Протокол их встречи в деталях рассказывает нам об их планах распространения ислама в Америке через прессу, политику, образование и так далее. Там было сказано следующее. Мы должны подготовиться к тому факту, что через 30 лет в Америке будут жить около 50 миллионов мусульман. Мир, в котором живем мы, это не тот мир, в котором будут жить наши дети и внуки. Католическая церковь недавно сообщила, что количество мусульман превысило количество католиков. Исследования показали, что при тех же темпах роста через 5-7 лет ислам станет доминирующей религией во всем мире. Почему это происходит? Неужели вы до сих пор не поняли? Неужели вы до сих пор не поняли, почему западный мир деградирует, а ислам возрождается? Что нужно, чтобы вы наконец открыли глаза?